Всем привет! Сегодня решила приготовить блинчики в апельсиновом соусе. Такие блинчики очень хороши на завтрак с чашечкой чая. Для их приготовления мне понадобятся блины, апельсин, масло и сахар. Первым делом с апельсина снимаю цедру при помощи терки. Затем апельсин разрезаю пополам и выдавливаю сок. А теперь приступаю к приготовлению самого соуса. В сковороду выкладываю сливочное масло, растапливаю его и закладываю цедру. Обжариваю немного цедру и всыпаю сахар. Как только начинает появляться карамельный цвет, вливаю апельсиновый сок. Выпариваю его немного. Пока сок немного выпаривается, складываю блинчики. После чего блинчики закладываю в сковороду, в соус. Когда блин с одной стороны впитает в себя немного соуса, переворачиваю, чтобы и с другой стороны он впитал тоже в себя немного соуса. Готовые блины выкладываю на тарелку, поливаю соусом и еще мне очень нравится полить немного апельсиновым соком. Он сладости придаст небольшую кислинку. Вот такие блинчики получаются. Если понравилось, подписывайтесь, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых рецептах.